Салам алейкум. Салам алейкум. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Висал Джабаров. Я присоединился к проекту с Азербайджана. Мне 43 года. Покажу вам свое мастерство живописи. А вы занимаетесь живописью профессионально? С 4 лет начал рисовать. Отец увидел мои способности и направил меня. Сначала я рисовал в примитивной форме, а далее потихоньку перешел на профессиональный уровень. Вюсал Бей, скажите, а где вы работаете? Я педагог в средней школе. Преподаю историю и географию в школе. Ну, давайте сегодня посмотрим на то, что нам покажет Вюсал Бей. Нос, как у меня, видишь? С меня списывал. Чей портрет? Шах Исмаила Хатаи. Замечательно, прекрасно. Я увидел талант, который бесспорно присутствует. Впервые ли это в мире за 2 минуты вверх ногами нарисовать картину? Не знаю, нет у меня такой точной информации, но то, что это не каждый может, это факт. Серик, я тебя подправлю. В первом сезоне было такое. В перевернутом виде рисовал молодой человек-художник портрет Гульнур Сатылгановой, если помнишь. Ваш труд тоже очень ценю, потому что нам-то это говорить легко, а вам в перевернутом виде нарисовать так четко, красивый портрет. И быстро. Это очень хорошо. Спасибо. Я уверен, что вы талантливый учитель и талантливый художник. Мне понравилось ваше искусство, но это не впечатляет. Было очень удивительно. Для меня это была новинка. Я первый раз такое вообще видела. То есть я лично была шокирована. Не знаю, как другие. Я, к сожалению, не впечатлен настолько, чтобы сказать вам «да». Поэтому я говорю вам «нет». Я скажу «нет». Я вам скажу «да». Спасибо, Аше. Я говорю вам «да». Спасибо, спасибо. У вас 2 «да» и 2 «нет», и это означает, к сожалению, что вы не проходите в следующий день.